Сегодня, 30 мая, пройдет первый турнир новой бойцовской лиги «Leon Warriors», российского турнира по смешанным единоборствам, участие в котором примут лучшие отечественные бойцы ММА. Грандиозное шоу пройдет в революционном онлайн-формате, без зрителей, и положит начало серии из 8 турниров, участниками которых станут звезды ММА мировой величины. В главном бою вечера встретятся Владимир Минеев и Артур Пронин. Владимир Минеев – один из самых ярких и известных российских бойцов в ММА. Пришел в смешанное единоборство из кикбоксинга и провел здесь уже 15 поединков, 13 побед из 8 нокаутов. Одно поражение и одна ничья. Идет на серии из 5 побед подряд, среди которых затесалась ничья с Магомедом Исмаилом, тем самым, который сейчас готовится к бою с Александром Емельяненко на 24 июля. Ничья эта вызвала бурю эмоций в бойцовских кругах, но по сути она была справедлива. Минеев вчистую проиграл первый раунд, но забрал следующие 2, а 1 очко у него сняли за запрещенный удар. Артур Пронин все свои победы одержал досрочно, ну и поражения тоже все досрочные, нокаутами и приемами. Последний свой поединок он провел в Беллатор и в первом же раунде попался на скручивание пятки соперник Хаим Газаль. Прямая трансляция турнира «Leon Warriors» пройдет сегодня, 30 мая, в 19:00 по московскому времени на Sportbox. Ссылочку оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Всем приятного просмотра!